хочет послушать сагу. Кому рассказать о деяниях богов? Чтобы этот край процветал, войны были всегда. Нам нужен мир. Даже между богами. Когда Мидгард был юн, в Асгарде царил раздор. Рожденные в битве асы, возненавидев чар иванов и презрев обычай, совершили убийство в доме Одина. Гульвейк из ванов убили и сожгли не однажды, а трижды. Но она возродилась, как Фрея, мать Вёльф. Эхо той войны доселе гремит в девяти мирах. Мидгард утонет в крови, а горы мертвых закроют солнце. Те же, что храбро пали, ждут, пока протрубит Гьялархорн, и Хеймдаль позовет их на последнюю битву. Столько пало асов иванов, что не стало сил защищаться от йотунов и чудовищ. И тогда мудрый Один предложил брак Фрейе, ведьме войны. Дав обеты и осушив кубки, смешали боги слюну, и из нее восстал Квасир, мудрее самого Одина. Тот самый Квасир, из чьей крови был создан мед поэзии. Но это уже другая история. Славный рассказ, Хольгер. Но в нем я слышу голос Тюрбьорна. Мудрый скальд всегда вторит словам богов и приказам владык. Кто ко мне пришел? Совершенствуешь мастерство, Альвис? А, Эйвор! Во всем Мидгарде лишь твои насмешки страшат меня. Ты научил меня слагать стихи, старый друг. И скоро я превзойду тебя в этом. Хочешь еще один урок? Поединок здесь и сейчас. Что скажешь? Я согласен. Я обычно ставлю несколько монет. Большинство любителей флютинга также любят делать ставки. Но сегодня без них. Я начну. Я готов. Точность рифм и размера — вот ключ ко всему. Чтобы вылепить форму стиху своему, все продумай всерьез, выбирая слова. Наставления твои я припомню сперва. Прекрасно! Превосходная рифма и подходящий размер. Теперь поговорим о смысле. Скажем, флютинг — это живое сплетение слов. Не бездумная брань поединок умов. Я скажу, что пуста у тебя голова. Я отвечу в свою, загляни-ка сперва. А, славный ответ. Я назвал тебя глупым, ты отразил выпад. Говорил об уме, твой ответ тоже был о нем. Если на ум приходит не один ответ, используй тот, что ближе по смыслу. Последний? Что ж, ступай, остроумием мир покори. Покажи всем огонь, что пылает внутри. Как хотел бы я знать, кем ты станешь теперь. Ученик твой тебя превзойдет, уж поверь. Прекрасно, да! Твой ответ разит на повал. Твой флютинг хорош и достоин похвал. Твой стих как топор и разит на повал. Спасибо, Альвис. Я запомню твой урок.
Эй, не дашь ли совет, где здесь лучше охота? Может, и дам. Только не хочу, чтоб неумехи распугали тут все зверье. Принеси мне 3 пары оленьих рогов. И, может быть, расскажу тебе кое-что. Достойный вызов. Я скоро вернусь. Ладно, Текла, я тебя перепью. Эй, Текла, как твой мед? Альвис говорит, вышло слишком крепко. Осилишь больше 1 рога? Да ты в поту! Всем выпить столько же, сколько я. Бочку не блюй, ладно? Большинство этих бакраутов давно валялись бы под столом. Эй, Текла, как твой мед? Альвис говорит, вышло слишком крепко. Осилишь больше 1 рога? Мед, как у Одина. Славно выпито. Сделано, как пить дать.
Эй, никто не хочет выпить со мной. Весь день не везет. Надо бы это изменить. А, Орлок. Эту игру я отлично знаю. Да, Орлок. Сыграем? Ладно, давай. О, сразу к делу. Пусть победит лучший. Квацке. Велком. Мейем. Thank you.
ясно.
тебе не победить. Сдавайся. Сейчас ты проиграешь. Славно. Тебе просто повезло. Еще раз. На сегодня мне хватит. Свенд, придумал новые рисунки? Да, есть чем похвастать. Туви сказала, что пробует новые рисунки. Верно, у нее выходит все лучше. Дай-ка посмотреть. Смотри. Тебе нужно что-то еще? Дай-ка посмотреть. Смотри. Вот так? Еще что-нибудь? До встречи, Свенд. Ладно,
Должно быть, они закончили. Если у тебя остались дела, лучше сперва закончи их. Дай ему время. Можно поговорить с Валкой? Тогда мне станет легче. Да, Конунг никуда не уйдет. Ramlan mun reypa drag, segi ég. Var heitt lók sætt? Hvað sagði þú? Skil það.
Плиурат вид майтунг. Такого у меня много. Могу принести еще. Покупай смело, есть еще. Кто купит это? Значит, все? Еще увидимся. Осмотрись вокруг.
Покажи мне все. Значит, Эйвент просто-напросто спит. Кое-что проясняется. Эйвент, проснись! Иначе тебе грозит изгнание. Надо не спать. Они могут быть рядом. Он что, ходит во сне? Они повсюду. Если мы погибнем, умрут все. Нельзя спать. Надо ждать их прихода. Эйвен, проснись! Ты сейчас упадешь! Он хочет спуститься по веревке? Эйвен, Эйвен, спокойно! Ты заснул? Нет. Я летел по воздуху. Причем во сне. Пробуждение не из приятных, но хоть жив остался. И давно ты бродишь во сне? С тех пор, как я здесь. Когда ложусь спать, тревожусь, что на нас нападут. А когда я в дозоре, сон берет свое. Только глупец может лишать себя отдыха. Ты не высыпаешься, а одна тревога делу не поможет. В твоих словах звучит мудрость Одина, Эйвор. Подумаю над ними, когда лягу спать. Думай, когда ты в дозоре, а когда лежишь спать, спи. Но сейчас вернись на заставу, пока еще не поздно. Иди. Thank you.
осмотрись, Сюнин. Песни мира можно слышать лишь в тишине. Хамурам. Хамурам. Свала. Это хвала и приветствие. О, древние, я взываю к вам, услышьте же, великий Один и Фрейя. Благодарю вас за дар Сейда. Благодарность и награда. Эйвор, давно не виделись. Что привело тебя ко мне? Я пришел за советом. Для себя, а не для клана. Подойди. Что с твоей матерью? Разум ее слаб. Она говорит с духами. Боюсь ей не пережить зимы. Но с ней я. Теперь... Рассказывай ты. Мне было видение. Очень ясное. Может, просто наваждение из-за жажды битвы или от холода, но... Расскажи мне. Спустя 17 лет я вновь нашел отцовский топор. Когда я коснулся его, я увидел... Там выл волк, свирепый зверь. Потом явился он. Седобородый, одноглазый, в плаще. Он звал меня за собой. А, высокий. Он зовет тебя. Возможно, хочет поговорить, передать послание. Только Сейд может прояснить твой разум и распутать нити, оплетающие его. Я быстро управлюсь. Что ты варишь? Зелье, чтобы отпустить твою хук и распутать мысли. Это будет подобно сну. И ты отправишься в мир грез. Грезы иногда сбивают с толку. Но постарайся все запомнить. Пей. Если хочешь проникнуть в суть... Никаких видений. Ничего. Хави! Хави! Я оказался среди мертвых. Сигурд. Сигурд. Брат мой, когда ты прибыл?
Что это? Другого пути нет, Хави! Все предрешено! Сигурд! Сигурд! Что? Что случилось? Это не для тебя, Хави. Спокойно, Эйвор. Это я, Валка. Я здесь. Боги, я думал, что случилось. Расскажи мне все. И я взбирался на вершину горы вслед за волком, и там бушевала снежная буря. Угу. Я видел врата чертога Одина для героев. Врата открылись. Тени Вальгаллы. Тебе суждено туда попасть. Мне показалось, что волк звал меня, как будто хотел, чтобы я шел за ним. Ты брат волка и будешь всю жизнь носить его метку. Волк может означать твои устремления или страх. Там был Один, а норны пряли нити судьбы и наблюдали. Вовсе нет. Они показывали дорогу. Твою жизнь, твой путь, что ждет впереди и чем кончится. Не знаю, что еще сказать. Все, что я помню, как в тумане. Ты добрался до вершины горы? Добрался. Там был Сигурд. Он был ранен. И лишился правой руки. Потом появился ужасный волк, размером с дракона. Он глядел на меня, а затем напал. И я очнулся. Боги благоволят тебе. Так было всегда. Ты добьешься славы и заслужишь место в Вальгалле. Но в видении есть недобрые знаки. Отрубленная рука, след крови, зверь. Ты предашь своего брата. Вот что означает видение. Не может быть. Я никогда не предам Сигурда. Он ведь мой брат, моя семья. Норны сами поведали тебе об этом. Нет, неправда. Или ты все не так поняла? Этого не будет. Ты предашь Сигурда. Один боролся с судьбой. Это возможно.
Сюнин, разведай местность.